Всем привет, с вами интернет-ресурс megaobzor.com, и сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередной девайс от компании Svan. Встречайте, перед вами мультимедийная акустическая система 2.0 Svan SPC705 с возможностью беспроводного подключения к устройствам при помощи Bluetooth. Устройство порадует своих покупателей не только стильным дизайном и возможностями, но и доступной ценой. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой. Устройство поставляется в массивной картонной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. На момент написания обзора средняя стоимость колонок по данным сервиса Яндекс.Маркет составляла приблизительно 3000 рублей. В комплект поставки входят сами колонки, стереофонический сигнальный кабель, акустический кабель, руководство по эксплуатации и гарантийный талон. Акустическая система станет универсальным девайсом для дома или офиса. Устройство выполнено из качественных материалов, и к качеству сборки у нас не возникло никаких нареканий. Корпус выполнен из МДФ, а лицевая часть из глянцевого пластика с металлическим вставкой снизу. На лицевой части устройства обосновались 25-мм высокочастотные и 100-мм низкочастотные динамики. Корпус колонок стилизован под черное дерево, что позволяет вписаться устройство в интерьер любого рабочего места. На пассивной колонке отсутствуют какие-либо элементы управления. На противоположной стороне от динамиков можно найти лишь разъем для подключения акустического кабеля. Порадовало то, что на активной колонке на боковой грани выведена панель управления. Отсюда можно управлять громкостью, настроить высокие и низкие частоты, подключить гарнитуру. Кроме того, особое внимание следует уделить тому, что для подключение колонок при помощи беспроводного подключения Bluetooth выведена отдельная кнопка активации. Это очень удобно, ибо во многих подобных решениях функция Bluetooth включена постоянно. Колонки можно подключить практически к любому устройству, которое сможет подавать звуковой сигнал. Компьютер, ноутбук, DVD, CD-проигрыватели, MP3-плееры и так далее. Подключение осуществляется при помощи сигнального кабеля, который идет в комплекте с колонками. Если говорить в целом, устройство сумеет порадовать своих покупателей стильным дизайном. Единственное, что может не понравиться, так это пластиковая матовая панель, на которую постоянно прилипает пыль. Основное в любых колонках является качество звука, и в Svan SPC705, как нам показалось, все безупречно. Кроме того, благодаря выведенным регуляторам высоких и низких частот, вы всегда можете настроить звучание под определенный музыкальный жанр, фильм или компьютерную игру. Средние частоты отрегулированы очень хорошо, и на выходе мы получаем шикарный звук. Благодаря технологии беспроводного подключения Bluetooth вы можете использовать данное устройство в паре с вашим смартфоном или ноутбуком и наслаждаться музыкальными композициями и переключать треки, не вставая с дивана. Дальность связи составляет приблизительно 10 метров. Сигнал стабильный и не прерывается. Уровня громкости хватает с лихвой. Для комфортного звучания мы использовали приблизительно 25% запаса. На уровне 50% можно устраивать дискотеку в небольшом помещении. Другими словами, разработчики дали волю для покупателей. Далее мы предлагаем послушать звучание колонок. Подведем итоги по акустической системе Svan SPC705. Данные колонки благодаря возможности беспроводного подключения можно использовать практически везде. За приемлемую стоимость вы получаете шикарный звук и стильный дизайн, который придется по душе даже самым капризным пользователям. Плюс в том, что данная колонка может работать практически с любым устройством, что существенно увеличит область применения. Существенных минусов нам выявить не удалось, да их, как нам кажется, и нет. В любом случае, устройство полностью оправдывает свою стоимость. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, мы обязательно постараемся ответить на все ваши вопросы. Всем спасибо! Всем пока-пока!